игры так на Plati Maket. Сейчас посмотрим, придет ли игра или нет. А то у нас Россия! Смотрим. Заодно я вам показываю, как деньги ебет Россия. Ну, все ебут деньги подряд. Все ебут, денег нет. Все только себе в карман. Вот у меня 400 рублей не доходит до сих пор из России на Steam аккаунт. Ну, на кошелек Steam. Вот. Время идет доставки игры, типа, сейчас посмотрим. Ёбнутые всякие способы придумают. Ну, кто на чем деньги ебет, как говорится. Это был Plati Maket. Написал какое-то сообщение. Сейчас посмотрим. Что он там? На мой аккаунт придет заявка в друзья скоро. Скоро придет. Я должен тут принять, что он там написал. Ну ты что он тут написал? Нихуя. О, пришло. Заявка в друзья. А где она? Один товар. Приглашение. Принять. Принять. Все, принял. В библиотеке должен быть товар. И где он? И нету нихуя. Подарок. Принять подарок. Готово. И где он? Где игра? Где игра-то, блядь? Готово, не вижу нихуя. А где игра? Готово, нахуй, библиотеки нету. 400 рублей нахуй летел. Игры нету. Чё он там отправлял? Где игра-то, блядь? И чё это такое? А где товар-то? Его нету. Код копировать, блять. Добавить. Вот этот код я должен вставить, да? Ну, и... Вывели неправильный ключ активации. Это как это, блядь, неправильно я ввел ключ активации? Еще раз.
Так, я библиотеки-то не вижу. Где она? Где, блядь? Ну и где товар мой? Где мир автомат? Везде? Да, добавить в библиотеку. Добавлено, по идее. Вы видите, где она? И где? В пизде, наверное. А денежки съебали. Вот такие дела. Давайте еще раз. Подарок. Принять. Добавить библиотеку. Добавлено. И где? Давайте сюда зайдем. Где товар-то, блядь? Нет товара, нахуй. Где чек-то? Товар-то где? Я копировал код. Ну. Добавить. Добавить сторонние играет, что ли? Это не сторонняя игра. Активировать в стиме. Ну. Вставляй код. Далее. Ничего. Где, блядь, крат? Ну где она, блядь? А я не вижу. Нихуя нету игры. Это не обновляется нихуя. Сервера ебутся.
этого. Вы видите? Вот, подарок. Принять подарок. Вот, подарок. Карьер. Где она? Но у меня аккаунта ключа нету. Вот, все, кстати, с Пелбери пришло. Ну раньше, что они быстрее деньги доходили. Теперь вот, видите, пришли, блядь. Ну раньше, что быстрее доходили. Очень долго тебе спел бери деньги доходит, как видите. И игры обновляются по полчаса. Обновляется, тварь. Так, а где у меня подарок-то? Я чуть не понимаю. А где у меня библиотека-то? Типа вот. Пелбери. Где мы тут купили товар? Вот. Товар, блядь. Объебал продавечек. Потому что нет в библиотеке товара. Где товар? А, деньги все почти проебал с карты. Чтобы это все проверять. Жалко очень. Но деньги пришли, пришли. Через 2 часа, но я позвонил в Сбербанк, блять, Пелбери перехуячил. Раньше-то моментально почему-то приходили из России деньги. А теперь вон. По 2 часа идут нахуй. Вот. А где товар-то? Я вот это не понимаю. Объявите товар. Подарок. Давайте почитаем, где мы это покупали. А, кура. Мне его надо что ли вот так добавить? Кура. Best wishes. Типа в друзья его надо добавить. Дать попробуем. Сначала куру напишем. Точно. Давайте куру напишем. Куру напишем. Блядь. Кстати, курьер его зовут, друга, да? Копировать, блядь. Добавить друга. Вот это нихуя. Давайте добавляем. Ставим. Не находится. Его такого нет, такого давайте другого. Ничего.
Давайте искать. Не находится. Давайте еще почитаем. Здесь что надо делать. Так. Мир автомата. Давайте посмотрим. Наш может его добавить надо, чтобы она в библиотеку добавилась. Но я не вижу библиотеки, вы видите? Хотя здесь можно вот добавить библиотеку сразу. Извините, произошла ошибка. Пожалуйста. Давайте почитаем здесь, давайте почитаем. Извините, произошла ошибка, пишет. Блять. Видите, как башку-то ебут, а вы говорите английский, английский, блядь. Мне вот каждый день английский башку ебет. Мир автомата. Я не знаю типа английского. Вот, пожалуйста. Как они ебут каждый день нам мозги-то. Ебут, ебут. Надо еще, кстати, 100 рублей посылать. Вот. Так, я купил за 500 рублей вот это вот. После оплаты автоматически начнется процесс активации игры, который занимает в течение 2 минут. Но он активировался. Для оплаты без комиссии понадобится карта СББ с Play Market. Неважно. Так, вот. Вот своей. Ну, объебал. А отзывы при этом хорошие, видите? А товара нет. И где ему тут написать, блядь? Давайте напишем. Сильная голова, ведь объявлен в Москве, проявляет предельно осторожность.
меня был такой знак, и доставка осуществилась. А, мне еще раз оплатить? Нет, спасибо, я уже оплатил, товара нет. Так, смотрим. Давайте еще раз. Подарок. Добавить. Опа! Извините, произошла ошибка. Опа! Так что не покупайте из России на Пэлбери. Вот на этом сайте. Хотя там все видно. Комментарии там все отличные, но товара нету. Где товарик? Товарика нету. А это надо дальше делать. Видите, игра не запускается. Ее надо оживить вот таким образом. Вот так берете и ждете еще минут 10. И потом она будет нормальным зеленым светом. Вот. Это надолго. Ну, как видите, на 10 минут с лишним. Так. Я вел. Это легко, это, ну, вот. Заходите в свой профиль и там копируете ссылку на свой профиль, типа, вот. Так, вот, входите. Нажимаете здесь копировать ссылку и вставляете вот сюда, вот так вот. Оп. То есть вашу ссылку. Там даже чек есть. Вот, вставляете ссылку, где-то он посылал. Я купил, а нир автомата нету. Вот так вот. 500 рублей на воздух нахуй. Вот ссылка ваша. Так. Активация гибки. Товар появился, что ли? Где? Товар-то приобретен, а где игра? Аж на стиме она куплена. А где она в библиотеке? Как я ее установлю? Ну давайте попробуем позже встретиться. Я даже добавил вот. Видите, в этот. Где игра? Друзья. Где игра-то? Где игра-то, блядь? Готово, не вижу нихуя. А где игра-то? Где игра-то? На автобиблиотеке нету. Нету, до сих пор 400 рублей нахуй летел. Игры нету. Че он там отправлял? При этом она пришла. Где игра-то, блядь? Как вы видите, вот. Пришла вот сюда, как бы, ну вот, на электронной почте даже она есть, что она куплена за, ну и в библиотеку она не добавляется, как и установить. Вот мир автомата. Как ее установить-то? Вот я это перевел.
Потому что мне лень пин. Если вы... Ух, видели? Охуенно. Нету игры-то, чтобы установить-то. Давайте попробуем ее надо найти. Коля, она должна, в принципе, в российском регионе тогда появиться. Может быть, еще не все потеряно. Типа... Чуги. Набавишь ты контент появился, ну. Не на саму игру. Еще за 900 рублей могу тюби контент купить. Зачем? У меня игры нет. Самой. Подарок есть, а ее я как бы добавить не могу. Вот подарок, вот игра. Произошла ошибка. Нет подарка. Как бы игра нельзя установить, коли ее нет в библиотеке. Как ее установить? Это пизда. Ну, что могу сказать. Вот так вот покупать игры на Play Market.